Я недавно сделал пост в Фейсбуке с надписью «Глициния в Семизе в мае. Что может быть прекраснее?» Елена Алексеева написала комментарий: «Прекраснее может быть только тот встроенный фильтр в голове художника, который преобразует реальность в такие цветовые отношения». Спасибо, Елена, за такой комментарий. Ну, понятно, о чем речь. Конечно, живопись имеет такую силу вообще, не моя работа, а вообще воздействие, что мы можем замереть, дыхание замирает от того, как это вот из обычной реальности, которую мы все время видим, и многие проходят мимо, художник может написать, создать художественное произведение на эту тему. Так что мы восхищаемся. Ну, действительно. Ну вот ходим, тишина и тишина, ну птички чирикают, ну паровоз, например, гудок, или пароход подал, ну что еще, самолет пролетел, звуки, да? А музыкант сочиняет, композитор, музыку, что ж Шостакович, например, симфонию, или Шульберт тот же, с Моцартом. Ну, наши ребята из нашей палаты все, в общем-то, выпускники. Чурлёнец. И картинки писал, и музыку сочинял. Такую мистическую, очень красивую. Я был в музее Чурлёнеца в Литве. Очень сильное впечатление. Такие сдержанные, красивые работы, наполненные такой глубиной. Ощущение такое потустороннее, как будто ты находишься в мире фантазии, в мире иллюзий. А заметьте, что Чурлёнец и иллюзия – что-то такое, родственные слова какие-то, да? Почти одного корня. Ну так вот, и вот эта надпись, я хотел пару слов сказать. Прекраснее может быть только встроенный фильтр в голове художника. То есть, ну, грубо говоря, печень, например, как фильтр, или почки, чего уж там говорить, вообще всем фильтрам фильтр, такое вытворяет с жидкостью, которую мы употребляем, почки, две. То есть эти две почки, получается, лучше самого человека. Или мозги, например. Но мозги не фильтр, хотя кто знает. Говорят, что мысли, они же приходят к нам, мысли. То есть вот ничего нет, сидишь, вот тупость такая была в голове. И вдруг мысль поесть. Но она же пришла, откуда? Желудок отработал свое, и там, значит, червячок, который хочет есть, ему надо еще закинуть в топку. Говорит, но мысль-то приходит все равно, например, встать, пойти. Папа, например, говорил, я маленьким был, и вот он ходит по комнате и говорит, в магазин сходить, надо в магазин сходить. И вот зачем-то эта фраза произносится, пойти в магазин сходить. Ну, взял бы и пошел, нет, пойти в магазин. То есть мысль приходит, человек ее обрабатывает вслух, причем... И потом делает какое-то действие. Я к чему говорю? Ну, что мозги, как фильтр. Ну, хорошо, есть в музее, говорят, мозг Ленина, что ли, где-то почиканный. Его якобы на полоске там исследовали, наверное, часть какую-то откромсали, чтобы понять что-то. Как он мыслил, да? Как в воспаленном мозгу вот. Родились такие мысли о коммунистическом светлом будущем. Рабочих и крестьян. Всех почикать. И во имя любви сделать вот такой вот коммунизму. И что эти мозги больше нам говорят, чем сама физиономия этого вождя, так называемого. Особенно в последние годы жизни очень выразительное лицо. Но мне кажется, даже отражение, например, солнца
в луже, нет, даже не в луже, в море, как бы оно ни было прекрасно, с волнами, вот сейчас написал работу, оно всегда будет отражением этого могучего светила солнца, триллионной какой-то долей копеечной от его мощи и красоты, и силы. Так что вот позвольте с вами, Елена Алексеева, не очень согласиться, ну так в прямом шуточном смысле, что фильтр в голове художника лучше, чем глициния, которая цветет и пахнет на славу всем жителям и гостям семьи Иза. Ну, прям, честно говоря, хочется туда съездить и в этом волшебном месте еще и еще раз поработать многоразово, написать различные варианты. Это о том, что художник – существо странное, у него в мозгу может разные мелодии возникать, могут от тишины, которая, кстати, мне очень близка, когда художник в холсте создает эту паузу, промежуток такой длиной в жизни, между двумя нотами или между двумя дыханиями. Еще другое не случилось, а верхней точки, нижняя точка, ну так говорят некоторые мудрецы, что истина там находится. В музыке хорошо заметно, когда та-дэн-дэн-дэн-дэн-дам. Еще потом не началось, и уже хочется выключить. Мне лично. Ну, конечно, все шутки. Елена Алексеевна, спасибо. Потому что действительно художник, который преобразует видимую реальность в свою реальность, он в этом смысле маг и волшебник, потому что он, благодаря ему на свет рождается чудо живописное в любом виде, в виде картинки, мозаики и так далее, скульптурки. Ну, тогда, когда сонастройка художника на высокой частоте происходит с реальностью, то на выходе получаются не только продукты фильтрации почек, печени и желудков. Но желудок не может быть красивее человека. Там требуха и все. Я ел. Ну, не человечью, а поросячью. Ну, так, не очень. Человек во много раз красивее требухи, мне кажется, и пучеренка. Фильтры нужны. Но есть вещи, которые неизмеримо краше, чем фильтр. Любой фильтр, кстати.